Так, короче, вызвал сантехника, позвонили, сказали, что у них вот, сейчас покажу фото. А ты что здесь получается? Ну, походу, с вами кровью набилка, уже подуставшая. Так, сейчас буду сейчас здесь ремонтировать. Это 119 квартира, а тут всего 120. Здравствуйте. Здрасте. Так, куда это можно положить? Угу, хорошо. Так. Да нет. Я понимаю, это болячка их нет со временем. Ну капает. Сейчас. Так вот. Фонарик. Это когда открываете, оно начинает капать там, да? Да, да. И вот там уже лужа образовалась. Ага. Вижу. Сейчас будем исправлять. Эту маечку. Все выгнило. Конечно, все выковырить оттуда. Так, выковырить можно чем-то тоже. Все выковырять по-любому, потому что тут уже напхали, походу, его
сгнила. Так, все чисто. Будет. Вот.
Угу. Ну, все. В принципе. Угу. Повтираем. Все, до конца открыл ее. Ну, почти. Ну да, там сразу начинало мокреть. Ясно. А холодного всего есть вода? Да. Что она как-то странно. Еще, наверное, крутите. А, то она у вас это набирается, не так? Нет. А еще скажите, вот у меня такой вопрос. Что-то с этим унитазом. О, постоянно течет вот эта так вода. Да. Ну, пропускает. Значит, вот этот вот поплавок, он просто не держит, скорее всего. Не закрывается. А вы можете посмотреть? Или это будет плюс? Ну, я не отремонтирую сейчас, это надо менять. Да? По-нормальному тут унитаз менять. Я такое даже не берусь за такое. Там оно такое, знаете, одноразовое. Это поплавок что-то не останавливается? Да, ну либо, ну да, скорее всего, да. Либо вот это не держит оно. А, ну, видите, сейчас, ну, такое. Потому что оно не останавливает воду. И здесь оно. Смотрите. Это с унитаза вот начало капать отсюда. Закрывать воду надо холодно. Тогда значит что? Это просто держать? Это проблема вот в этом. Неправильно закрутили там, да? Ну, наверное, я не знаю. Посмотрим. Ну, здесь все нормально. Ничего не капает вода. Вы даже такое не беретесь ремонтировать, да? Да, что-то, блин. Вам дешевле, ну, обойдется, чем ремонт, дешевле купить унитаз у меня, чем тут вот сейчас тратить время.